Права учителей, школьников и родителей под надежной защитой, к сожалению, в нашей области имеют место случаи нарушения прав педагогов и учащихся образовательных учреждений. За этот год были приняты меры по 35 обращениям на горячую линию Министерства образования и науки Республики Казахстан по противоправным действиям руководства школ, таких как денежные поборы, оскорбительные выражения, принудительные уборки школ и дворов, ремонтные работы и другое. Сигналы поступали от учителей школ Карасайска, Илийского, Каратальского районов и города Текели. В свою очередь, представители ответственных органов просят педагогов, учащихся и родителей сообщать о неправомерных действиях и не пытаться решить их самостоятельно. Если вдруг будут такие меры или какие-то вот неправомерные такие действия совершать руководители, прошу всех обращаться в наш департамент. То есть мы быстро в течение одного часа решаем ту или иную проблему, с которой к нам обратились.